Зачем мы придавливаем елку после зимы? Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам расскажу о том, что надо делать, когда сойдет снег, то есть погода станет более-менее хорошая. У нас, как видите, снег еще вот-вот только сходит. Сегодня 29 февраля, а снег еще не сошел. Ну, по ночам бывает минусовая температура. Елка, как можно видеть, она вся примята снегом, как вы видите, вот это все. И не только то, что ее примял снег, это надо делать все равно. То, что мы сейчас будем делать, это надо делать после того, как установится плюсовая температура. Обязательно. То есть берем вот елочку и возле ствола ее придавливаем хорошенько. Подсыпаем тут. Опять идем дальше и придавливаем. Даже если она стоит ровно, все равно придавливаем. Почему мы это делаем? Потому что за зиму там вода стоит. Дожди идут, потом резко мороз, вода замерзает, появляется лед там внутри. Вода отмерзает, уходит, появляются пустоты. С пустотами появляется воздух. Воздух, соответственно, нежелателен, тем более сейчас, когда перед тем, как она пойдет в рост. То есть, как кончается зима, сходит снег, устанавливается плюсовая температура, хоть двухлетку, хоть трехлетку, если вы посадили, вы обязательно ее придавливаете. Ну, давайте продолжим, я еще покажу пару моментов. Вот, даже чувствуется, что там мягко, хотя здесь земля тоже очень рыхлая. Это есть голубая 4 лет, рассаженная осенью. Это делается с той елкой, которую вы посадили осенью. Если вы посадили осенью, то обязательно придавливайте. Если у вас уже погода позволяет поливать, начинайте поливать. Но у нас здесь очень грязно, поэтому я использую перчатки. Кстати, по недавнему совету. Довольно удобная штука. Вот так выравниваем. Видите, насколько она углубляется. Все. И так пошли дальше. Выравниваем все. Полностью все. Это 4-летка. Ель голубая. Цвет у нее, естественно, будет такой, потому что еще она солнце толком не видела. То есть выравниваем полностью. Если посмотреть здесь, тоже все помято у нас. Все мы будем выравнивать. Ну, я думаю, через неделю снег сойдет, и мы начнем отправку. Там у нас снег вообще лежит. Ночью минусовая температура. Земля мерзлая, поэтому мы пока не торопимся. То есть обязательно придавливаем, даже если она не помятая, двухлетку, трехлетку. Если вы посадили ее осенью, то весной, как сходит снег, надо придавливать. Даже если бы она стояла ровно, каждую берем и придавливаем. И придавливать надо практически на протяжении всего ее роста до осени. Выравнивать, придавливать. То есть это я сейчас сделал один раз, и еще до осени буду делать неоднократно. После полива. Не так, чтобы сильная грязь была, а вот именно, чтобы все подряд. И ровную, и которую поклеил снег. Вот так можно идти.
Ну, на этом все, уважаемые друзья. Удачи! С вами был Евгений Филимонов, питомник «Хвойный дворик».